Привет всем. Хочу показать вам плохую прокладку, которую купили 20 тысяч назад, устанавливали под крышку клапанную. Вот прокладка. Вот ее номер такой. Никогда в жизни такую не заказывайте. Даже написано Made in Korea. Так, что с ней произошло? 20 тысяч прошло, и она вот начала ломаться, как кусок пластмассы. Вся развалилась. Вот такие вот говно прокладки сейчас продают. Видимо, подделка какая-то. Вся он ломается, хрустит. И подтекло масло по двигателю. Крышка сидела на герметике, герметик надо чистить. Герметик проще всего щеткой по металлу очищать. Так, во время замены прокладки также необходимо менять в обязательном порядке вот эти вот резиновые кольца, которые под болтами. Если их не заменить, масло будет сочиться, никакой герметик не поможет. Вот такие вот кольца. Вот такие кольца здесь стоят. Но это уже квадратное, раздавленное. Я на эти кольца дам, напишу номер и ссылку дам, где можно купить оригинальные кольца. А если не хотите оригинальные покупать, то продаются вот такие вот кольца. Они подходят, это от КамАЗа. С головки, с масляных каналов, которые идут на головку блока цилиндров в КамАЗе. Вот эти вот кольца подходят. Если у вас есть магазин с тракторными запчастями КамАЗовскими, то можно использовать вот такие вот кольца от КамАЗа. Вот так вот подходит кольцо от КамАЗа. Вот оно стоит. А здесь болезнь у них внутрь течет. И полные свечные колодцы, свечи, все заливает маслом. Ну, здесь вот маслом не залито. Здесь нормально сухо было. Но здесь потекла она наружу, прокладка. Вот здесь вот весь по двигателю видно. Обычно видно, слышно запах масла сильный. Там, если газу сильно дать, погонять, то запах горелого масла. Это от того, что натекают свечные колодцы полно масла. Свечи горячие, и масло кипит прямо на свечах. И весь этот запах в салон затягивается. Крышку перед установкой нужно помыть и обезжирить. Лучше всего для этих целей подходит вот такое вот средство для мойки двигателей. Оно К2 Акро. Можно в бутылке купить или в канистре, кому как удобно. Моется следующим образом. Вот. Напырскивается крышка. Это самое лучшее средство для обезжиривания, лучше, чем растворитель даже. Сразу можно уже смывать водой. Так, крышка высохла, абсолютно сухая, обезжиренная. Теперь можно запаковывать ее. Так как прокладка здесь течет с завода, это болезнь в этих АВЭО, ну плюс еще и попадаются какие-то леваковые прокладки, которые засыхают, то будем мы эту крышку ставить на прокладку, на новую, плюс герметик. Используем герметик Victor Reinz. Вот такой вот. Вот это отличный герметик, он держит хорошо. Заполняются все пустоты, куда вставляется прокладка, и вставляется прокладка.
И чтобы загерметизировать головки блока цилиндра, нужно промазать вот понаружи, по прокладке, вот так пройтись по кругу. Понаружи, потому чтобы внутрь герметик не попадал. Так, вот теперь все можно устанавливать. Все тут растворителем протерто, обезжиренное. Кольца от КамАЗа, они, если их вставлять, то они выскакивают из своего места, вот этого, не сильно они хорошо здесь подходят, они чуть меньше диаметра, поэтому приходится их болтом вот так вот не вставлять, болт их сам на место задавит.